В случае успеха на 5 килограммов улучшат свой личный рекорд. Фиксирует Карина Горичева 107 килограммов и выходит на промежуточное первое место. Еще одна попытка остается Карины Горичевой. Алексей Ни, главный тренер сборной Казахстана, доволен. Выступали в более легких своих категориях также спортсменки из Казахстана, но в борьбу за медаль, в борьбе за медали они не участвовали. Ну и сейчас вот Алексей Ни